Всем привет, с вами Елена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Это видео носит чисто информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксами, их несколько, которые платят, на которых я работаю, сижу, клюкаю, ну и естественно и вывожу понемножечку, потихонечку. Так, чисто по выводу, значит, этот букс SEO, значит, вывод. У меня вот 779 вот этих SEO монет. Это равно 7,79. Так, я уже отсюда выводила рубль 84, 9,30. Ну и опять вывод. Так. Нажимаю вывести. Так, выплачено. Сейчас перейдем и посмотрим вывод. Так, перехожу на почту. Так, Payer открываю. Так, здесь нет немножко. 771 мой логин. 17.12.18 год. Значит, букс платит. Все замечательно. Далее, следующий букс у меня. SEOMOOB. Здесь очень много зарегистрировано пользователей. И хорошо здесь рекламить как бы свои проекты. Так. У меня на балансе 4.19. Также я поставлю на вывод. Так. Получить деньги. Так, WebMoney. Ох, так, какой же у меня тут кошелек прописан? Payer. Сейчас поставим Payer. Угу. Так. Здесь настройки. Так. Ну ладно, попробую сейчас вывести. Поставлю здесь. Вот так на всякий случай поставлю. 4.19. Пусть будет 18. Вывести. Так, выбрана платежная система. Ага. Все у меня забито. Вывести. Так. Укажите. Выплачено, наверное. Сейчас я пойду посмотрю. Кошелек. Все верно. Денежка пришла. Вот 17 декабря 4.14. Нажимаем. Так, 17 декабря. Перевод выполнен. Комментарий SEOMOOB. 4.14. Замечательно. Этот платит. Но я в них не сомневаюсь. Следующий. VMware Pro 100. У меня 6.48. Нажимаю вывод. Так. Вот эти копейки сотрем. Так. Вывести. Выплата добавлена в очередь. Угу. Ясненько. Сейчас перейдем. Так, значит, здесь пока в обработке идем. Следующий букс пока. Это уже как бы проект такой. Здесь у меня 28.53. Также я хочу вывести денежку. Так, пополнить, заказать выплату. Выбор системы Payer. Тут поставим нолик. Так, платежный пароль сейчас поставлю, закажу вывод. Так, отлично. Выплата успешно как бы произведена. В общем, выплатили. Так, идем на Payer кошелек. Перезагружаю страничку. Так, 27.95. Так, 17 декабря перевод выполнен. Выплата пользователю с проекта CapitalMoney.org. Все замечательно. Платит. Так. Выплаты я все оставлю в комментариях под выводом. Ой, в комментариях под видео. Значит, что здесь? Здесь вот услуга финансист есть. И я здесь вот все покупаю. Я покупаю, что я за 3 рубля купила, за 6, за 9 рублей я, ну, уровень повышала, как бы, да. И за 18, по-моему, вот у меня теперь стоимость уровня уже следующий на 36 рублей. Вот. Так, теперь давайте вернемся сюда. Так, это все в обработке.
Так, значит, как вывод придет отсюда, я также оставлю, может, сумма большая, 648, оставлю, ну, скопирую и как бы в комментариях вывод, потому что не хочу я ждать. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч. Хотите работайте, хотите не работайте, ваше дело. Пока-пока.